Я приветствую зрителей RTVI. Это программа «Что это было?», где мы обсуждаем самые заметные события недели и пытаемся понять их смысл. Меня зовут Татьяна Бур. И разбираться во всем происходящем сегодня будем с журналисткой, правозащитницей, членом Совета по правам человека при президенте России и членом ОНК Москвы Евой Меркачевой. Ева, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с последних новостей. Сегодня с утра обсуждают вероятный обмен россиянина Виктора Бута, который давно уже сидит в американской тюрьме по делу о торговле оружием. Ну, понятно, что это на волне недавнего обмена Ярошенко, нашего российского, на американца Тревора Рида. И вот сейчас противоречивая информация приходит по Буту. То ли его меняют, то ли нет. Я выскажу свою версию. На самом деле, честно говоря, мы, конечно, все были очень вдохновлены вот тем обменом, который произошел. На фоне вот этих очень, скажем так, развивающихся не в ту сторону, да, российско-американских отношений. Это самое интересное, да. Да, на фоне всего этого негатива раз, и обмен произошел. Это прям как чудо какое-то. Это... А чем вы вот это объясняете? Почему столько лет велись эти переговоры на высшем уровне? Причем в более мирное время, скажем так, в более мирное время, сейчас когда были отношения дипломатические. Да, это худшее, и в то же время мы наблюдаем этот обмен. Моя версия такая. Во-первых, очень плохо стало со здоровьем у летчика Ярошенко. В это же время объявил голодовку Тревор Рид, который находился в мордовской колонии. Ситуация накалилась, причем, получается, с обеих сторон. А по Тревору Риду, на самом деле, его история, она знакома, наверное, каждому американцу. Хотя, казалось бы, преступление обычное совершил, ну, как считают наши правоохранители, наш суд, совершенно обычное. Вот пьяный, дебош, напал, там, ударил какого-то полицейского. Ну, там можно оспаривать или не оспаривать эти события. Ему дали очень большой срок. Да, срок дали самый большой, и когда анализировали, сколько дают за подобное преступление у нас в России, оказалось, что все-таки вот у него беспрецедентно он большой. Так вот, по поводу Тревора Рида заседал не раз Конгресс США. И его история стала народной. То есть вот простой парень, простой студент, который приехал в Америку, у которого русская девушка, она все время, кстати, была со мной на связи, замечательная девушка, именно она купила ему эти курсы русского языка, собственно, ради чего он и явился сюда, в Москву. И тут вот напился русской водки, он рассказывал мне в СИЗО, что она, скорее всего, была некачественная. Он выучил слово «фальсификат», «паленка». Он когда уже был в СИЗО, он говорил, это была паленка. И он отключился. Все, что происходило дальше, он просто не помнит. И вот потом это страшное обвинение, что... Ну и там же еще отсутствовали видеодоказательства. Они пропали таинственным образом. Да. Семья запрашивала данные о том, как двигалась полицейская машина. И хотя полицейские заверяют, что была драка, потасовка внутри как раз машины, в салоне, траектория движения машины показывает, что она как ехала ровно, с одной скоростью, ничего не поменялось. Ну, то есть в пользу того, что все-таки, скорее всего, он там просто был без сознания, лежал на полу. Но как бы то ни было, суд наш пришел к выводу, что он виноват. Дали огромный срок, как мы с вами сказали. Так вот, его народная история была у всех на слуху, у всех американцев. И на фоне того, что он не ел, было понятно, что парень он отчаянный. Скорее всего, он довел бы эту голодовку до просто вот до самого печального конца, до которого можно только было себя вообразить. С другой стороны, наш Ярошенко, которому все время не оказывается медицинская помощь, там куча всяких проблем, и который тоже на грани. И, как мне кажется, вот произошел этот обмен как раз для того, чтобы не допустить вот этой вспышки народного гнева, что с одной стороны, что с другой стороны. Возможно, была как раз еще такая задумка, но я сейчас вот я уже фантазирую, все-таки показать, что как бы плохо все ни было, как бы все плохо, в какой-то момент все может измениться, вот в любой момент. Вот могут договориться, это и произойдет чудо то самое, и наши отношения наладятся. Это было бы то, о чем на самом деле вот многие бы мечтали, что спасло бы и нынешнюю ситуацию на Украине. И очень хочется надеяться, что такое произойдет когда-нибудь. По крайней мере, мы это чудо увидели. Мы видели, как обменивали Ярошенко на Рида в Турции. Мы все это посмотрели, как в шпионских фильмах. Этот обмен сравнивали с одним из исторических обменов, который произошел. То есть это решение должно было быть принято на уровне президента? Абсолютно. Я думаю, что ни на каком ином оно не могло быть принято. И вот, конечно, после всего этого все сразу стали говорить, ну вот, давайте думать дальше, как будем менять остальных. И в первую очередь, конечно, заговорили о Викторе Буте, у которого огромный срок, 25 лет тюрьмы. Напомню, что его обвиняют в том, что он собирался поставлять оружие организации, которая признана террористической в Америке. Эта организация располагается на территории Колумбии. Вину он свою не признал, российские власти настаивают, что дело было сфальсифицировано. Как бы то ни было, Виктора Бута называют в Америке никак иначе,
иначе как оружейный барон. И преступление тяжело. И стали думать, на кого бы могли его поменять. Там же Пол Уиллан, очевидно, кандидат, и он везде фигурировал всегда. Он и просится. И состояние Пола Уиллана, опять же, он в мордовской колонии находится, мы его там видели не так давно, в конце прошлого года, оно, мягко говоря, не самое лучшее. Он в конфликте практически со всеми, и в колонии из числа сотрудников, и с многими заключенными он тоже в конфликте, как он считает, что их подговаривают сотрудники. А даже прокуратура уже встала в какой-то момент на его сторону и сказала, что один из сотрудников проявил пренебрежительность по отношению к нему, не должен был там его бить по плечу и так далее. Пол Уиллан уверяет, что ему не оказывают помощь, потому что не понимают, что у него болит. Он пытается рассказать на английском языке, переводчика ему не дают почему-то, наши врачи считают, что он, скорее всего, симулирует, и что вообще он знает русский язык и может лучше любого русского заключенного. Наши врачи, у которых один рентген и больше почти ничего. Но есть всегда такая опция, как вывоз в гражданскую больницу. А его вывозят? Его вывозили. Он считает, что там гражданские медики тоже с ним обходились не лучшим образом. Ну, в общем, там вот просто вот вал проблем, которые только могут быть. Я помню, когда мы приехали небольшим десантом правозащитным в колонию, где он просто выбежал к нам, вот он чуть не упал перед нами, он стал рассказывать бесконечно. Он написал большой трактат. Потом, пока мы отвлеклись, в кавычках, да, на других осужденных, он за это время накатал моментально огромное письмо, где по пунктам разложил, как нарушаются его права, какие преступления в отношении него совершаются. Я уж не знаю, насколько все это верно, но в числе прочего он, например, уверял, что еда, которую ему присылают родственники из Америки, что ее специально хранят в таких условиях, что она превращается в общем, в что-то просто непотребное. Он рассказывает, что часть продуктов якобы украдены бывают. Он рассказывает, что часть провизии съедают крысы, и он якобы видел этих крыс. Ну, там просто, вот если честно, детектив. Все то, что он написал, у меня письмо его хранится, и оно такое историческое. Но все-таки какова вероятность сейчас того, что этот обмен может быть произведен? Потому что все-таки вот, бывает, да, так вот, на Пола Уиллана они готовы были. Они бы сразу бы отдали, я уверена, Виктора Бута. Но наши не хотят. Наши считают, что Пол Уиллан все-таки настоящий шпион. Да, человек, который совершил страшное преступление на территории чужого государства. А Виктор Бут – это невиновный человек, и как бы обмен вообще неравноценен. А поэтому в качестве там варианта они там предлагают разные другие истории. И вот сейчас правозащитники стали обсуждать. Такой вброс произошел. Что было бы, если бы это оказалась баскетболистка, которая у нас попала в СИЗО, находится в Подмосковье, по подозрению, что она провозила электронные сигареты с начинкой из гашиша. Совершенно очевидно, что они не захотят менять Виктора Бута на девушку, которая провозила наркотики. Это неравноценно для них. Тем более, что, да, они считают, что это неравноценно. Тем более, что для них сейчас Виктор Бут – это главная козырная карта. То есть, если уж кого-то потом менять, то вот сразу они скажут, вот давайте Виктора Бута. Так что они будут ждать серьезного персонажа. Прям хорошее предложение. Вот, конечно, как мы сейчас говорим, это как будто бы, знаете, какой-то обмен какой-то товаром. Какой-то торг. Но по факту это так и есть. И когда речь идет об обмене и заключенных, и военнопленными, происходит из того, насколько каждый из них представляет важность, там, интерес. Хотя, на мой взгляд, это неправильно, потому что ценен, важен каждый человек. Он, у каждого единственный папа, единственный сын, единственный там, муж и так далее. Поэтому, когда мы говорим, что вот эта фигура более значима исторически там, или для государства, или это менее, да. мы, конечно, отходим от прав человека в принципе. Вот продолжая тему, Украина и Россия же после 24 февраля приостановили на неопределенный срок передачу заключенных, и тоже с обеих сторон остались в тюрьмах люди. Есть ли понимание, сколько людей и что с ними сейчас происходит? Этих людей сотни. С обеих сторон сотни. С обеих сторон людей на самом деле очень много. И они находятся как в украинских тюрьмах, так и в российских. Наверное, больше всего тревожит меня судьба россиян, которые в украинских тюрьмах. Почему? Потому что часть из этих учреждений, вот по моим данным, подверглись атакам, и непонятно, в каком они состоянии, и что произошло с заключенными. Были ли они куда-то... То есть в них прилетели ракеты? Ну, вот опять же, это все нужно проверять, потому что информация вся такая противоречивая.
Но вот известно, что одну тюрьму якобы разбомбили практически полностью. Были ли именно в ней наши русские, непонятно. Но в любом случае у нас таких данных нет, а должны бы, по идее, быть, потому что нам бы хотелось понимать, что с ними будет происходить. Зачастую россияне разбросаны были по тюрьмам на всей протяженности Украины. Дело в том, что у них учреждения исправительные формируются по принципу тяжести преступления и по принципу того тоже, вот втроход человек или не втроход и так далее. Соответственно, поскольку россияне совершали разные преступления, они оказались в разных тюрьмах. Но связи с ними нет вообще никакой через украинских правозащитников? Остались ли у вас эти контакты? Или вообще вот кто связи обрезан? Все разорваны. Раньше были связи через адвокатов. Адвокаты не могут никак прорваться и вообще понять, что с ними происходит. Разумеется, никаких визитов адвокатов к своим подзащитным сейчас не существует. Они не могут туда просто пройти. Система, подобная УНК, на Украине нет, но там есть тоже наблюдатели, но не другого рода. Но все это сейчас там не работает. Все нацелено на другое. Мы же понимаем, в какой ситуации сейчас находится эта страна. Поэтому сейчас, что называется, всем не до заключенных. Как бы это ни казалось грустно, но вот почему-то про них думают в самую последнюю... А российские родственники их, которые живут здесь, они, например, могут обратиться в Совет по правам человека. Были ли такие обращения? Обращения такие были, их не так много. Больше всего было у нас обращений от российских родственников по поводу украинцев, содержащихся в наших тюрьмах. Угу. Сейчас расскажу про что это за ситуация, что это за история. Часть людей с украинским гражданством приехали несколько лет назад в Россию, в Москву, в частности, работали, создали семьи, а потом выяснилось, что они находились в розыске на Украине. По разным причинам. Кто-то совершил тяжкое преступление, кто-то просто выехал, там, не, например, нарушив какие-то там налоговые обязательства и так далее. Ну, по сути, они укрывались, да, от властей Украины, от налоговых служб Украины на территории России. Некоторые не знали, что они находятся в розыске. Как бы то ни было, на территории нашей страны они не совершили никаких преступлений. Они успели здесь поработать, как я уже сказала, создать семьи, у них дети. И вот их в этом году по ходатайству украинской страны, у нас, кстати, был прекрасно налажен этот обмен, задержали там. И они сейчас помещены в тюрьмы для того, чтобы их передали украинской стране. И та уже проводила следствие, и та уже судила их, и вообще решала, что делать со своими гражданами. Потому что у нас, у России, претензий к ним нет никаких. Но что произошло? Теперь Украина не спрашивает про этих заключенных, про своих граждан. Ей не до этого, разумеется. Все они сидят. И я находила таких много в наших московских СИЗО. И они говорят: мы не знаем, что с нами будет. Нас сейчас держат. Вообще наша перспектива весьма туманна. Как нас передадут Украине? И говорят: ну, мы бы не очень хотели, на самом деле, сейчас, наверное, ехать туда, говорят одни. Другие говорят: а мы бы хотели ехать, потому что знаем, что тяжелая ситуация в тех городах, где мы раньше проживали, и где сейчас находятся наши родственники. И у нас нет связи с ними никакой. Я помню, был один из заключенных, это украинец, которого задержали в России. Почему? Потому что когда-то на Украине он угнал старенький «Жигуль». Он получил за это срок, его отсидел, но вышел по УДО. И он не должен был в рамках вот этого УДО покидать, да, страну. А он покинул, ему осталось несколько месяцев. Ну, то есть не тяжкое преступление. И он, собственно, наказание отбыл. Просто нарушил уже условия УДО, условно-досрочного освобождения. И вот он рассказывает, что в том городе, где он жил, практически уже ничего не осталось. Он смотрит телевидение, и у него нет вообще никакой связи. Ни с сестрой, ни с мамой, ни с кем. Он не может им позвонить, потому что непонятно, кто даст разрешение на этот звонок. Если бы следствие вела наша российская страна, то наш бы следователь или наш суд давали бы такое разрешение. А закон предусматривает, что только вот по согласованию. Украинские следователи не выходят на связь. То есть украинская прокуратура тоже молчит. И у него нет вообще никаких контактов, он ничего не понимает, он находится в этом вакууме, и эти люди страдают, мне кажется, больше всего. А не изменилось ли отношение к украинским заключенным в российских тюрьмах вот в связи с последними событиями? Я, по крайней мере, не слышала, чтобы кто-то там нападал на них, чтобы их гнобили каким-то образом. Слава богу, ничего подобного нет. Мне кажется, все относятся к ним с пониманием, особенно с учетом этих событий, и все видят, что они переживают, страдают. Единственный вообще инструмент им связаться со своими близкими,
близким, это писать письма. Они их пишут, но опять же, что с этими письмами? Они куда-то уходят вообще на деревню дедушки, потому что почта, судя по всему, не слишком хорошо работает между двумя странами. И, по крайней мере, вот мне несколько заключенных жаловались, что они не получали ответов на многочисленные письма, которые отправляли в свои города. Ева, что, в принципе, из себя представляет правозащита в условиях вот этой так называемой спецоперации России в Украине? Вот, например, в 15-16 годах к вам, я знаю, обращались, и были публикации на эту тему, контрактники, которые не хотели, например, ехать на Донбасс. Тогда не было закона о фейках. Сейчас, вот мы знаем кейс в Хакасии журналиста Михаила Афанасьева, который написал о служащих, которые якобы да, отказываются ехать в Украину, против него возбудили дело. И, в принципе, там постоянно на апреле уже были десятки уголовных дел, в том числе и против Белоцерковской, признанной иноагентом Невзорова, и уже сотни административных дел. Как сейчас работать в таких условиях? Ну, права человека никто не отменял. Вот, и, собственно, я, например, как правозащитник защищаю не права государства, а права конкретного человека, который обращается. К вам подобные обращения поступают сейчас? Ко мне обращения по контрактникам или срочникам не поступали. Было несколько историй, когда мамы разыскивали своих детей. Мы переадресовывали все их обращения Мускальковой, потому что она занимается обменом. Было несколько обращений по дальнобойщикам, которые переезжали российско-украинскую границу, в итоге были задержаны на территории Украины, у них изъяли весь транспорт, ну и, собственно, их держали как военнопленных. Хотя, конечно, никакого отношения они не имели ни к каким действиям. Они, вот, это действительно были настоящие мужики-дальнобойщики. В частности, вот такие были из Брянска. Вот их удавалось вызволить, но тут большую роль играла именно Мускалькова. СПЧ тоже вмешивалась, мы писали запросы. Но это вот такие истории, которые вот на поверхности лежат. Что касается прав человека в принципе, как я уже сказала, нарушений по другим позициям, они как были, так и есть. Я не могу сказать, что больше стало обращений на фоне всего, что произошло, но и меньше тоже. И поскольку у нас там каждый отвечает за какой-то свой фронт работы, что называется, у нас своя война да, с нарушением прав человека. Я занимаюсь заключенными. Я вот пыталась проанализировать, стало ли больше обращений. Ну, наверное, на самом деле больше. Больше это было связано, наверное, даже не со спецоперацией, а с пандемией. Потому что сейчас продолжается нарушение прав заключенных, не пускают к ним на свидание близких родственников, либо же адвокатов, опять же, продолжая утверждать, что коронавирус у нас опасен. То есть коронавирус из страны конечно, уходит, его опять используют для того, чтобы закрывать какие-то учреждения. Обращались к нам, когда в Москве были массовые задержания, и под видом, что вот план крепости, перекрывали все отделения полиции, адвокаты и родственники не могли попасть и вообще переговорить с теми людьми, которые были задержаны там по разному поводу. Огромное количество у нас задержаний связано было вот тем, что люди выходили на одиночные пикеты, там, либо с плакатами, либо их в метро задерживали по подозрению, что там они участвовали. Там вплоть до задержания за одежду и да. за маникюр. А есть ли какая-то согласованная позиция у СПЧ по этому поводу? Я такой позиции не слышала. На самом деле считаю, что вот это вот сейчас только мое мнение, потому что я не могу высказывать его за всех остальных, и тем более да, за все СПЧ. Мое мнение, конечно, это нарушение прав этих людей. Люди могут выкраситься в любой цвет. Это их личное дело. Люди могут цитировать, кого они считают нужным. И я считаю, что это какая-то вообще ошибка. Это охота на ведьм, когда ищут крамолу во всем. Это опасная история, потому что это как раз формирует негатив в обществе. Но если у кого-то есть свое собственное представление о происходящем, пусть оно будет. Если кто-то хочет одеть рюкзак, на котором нарисовано «Я за мир», да, там и нарисован голубь, и написано «Я за мир», что в этом страшного? Но у нас есть обращения, когда людей задерживали из-за это. Или там, когда... Ну, вот я говорю, доходило до полнейшего абсурда и казалось, что это просто невозможно. Однако бдительные правоохранители вот таких людей задерживали. И мы знаем последнюю историю, когда молодого человека на акции «Бессмертный полк» задержали за плакат его близкого родственника, где он написал, он сражался за мир. Угу. Ну, на мой взгляд, дискредитируют наши органы власти как раз те, кто задерживают таких людей. Не те, кто выходит с такими плакатами, не с плакатами даже, а участники они совершенно мирных акций, разрешенных акций, а те, кто вот делают из этого какую-то крамолу, все переворачивают. Ну и еще же отдельная история – это бдительные те самые граждане, которые сообщают обо всех этих нарушителях, которые выходят там с неправильными плакатами и смотрят неправильное видео в метро в том числе. Как
к этому относится государство? Ну, судя по тому, что в общественный совет ФСИН, да, вошел, например, Александр Ионов, известный доносчик, да, после жалоб которых и «Медуза», которого «Медуза» была признана иностранным агентом и важной историей, а вас, например, исключили. Кажется, что это даже поощряется. Мне сложно сказать, как государство реагирует, но, скорее всего, вот как бы это витает в воздухе, что это правильно. Что... И вообще, когда так люди поступают, они считают, что они тем самым себя обезопашивают. Вот я на стороне сильного, вот посмотрите, я какой правильный, я вот даже вам сам укажу на того, кто неправильный. То есть ими движет страх в первую очередь или желание, наоборот, продемонстрировать свою силу, оказаться на стороне сильного? Знаете, там целый комплекс проблем, и вообще это трагедия. На мой взгляд, это просто большая беда. У нас... Раньше была проблема в том, что люди не были слишком активными. Да? Вот эту гражданскую свою позицию они не слишком явно высказывали. То есть они между собой бурчали, а вот написать заявление в прокуратуру, что вот у них там подъезд весь разбит, и жилищники не хотят его ремонтировать, или что-то еще у них произошло, они не готовы были. Потом у нас нормально это было, мне кажется, большая заслуга в этом была как раз гражданского общества, нормально с историей с этой пошло, и люди стали активничать, люди стали там какие-то инициативы. Посмотрите, сколько они создают петиции. Это же просто обычные граждане зачастую. Они пишут на регуляцию свои поправки в законопроекты, которые там вывешиваются. То есть эта активность, она была заметна. Гражданское общество развивалось. А сейчас мы наблюдаем крен. То есть это не те люди, которые пытаются что-то изменить в лучшую сторону, пишут доносы. Это другие люди. И вообще разница между жалобой и доносом, она огромна. Когда ты пишешь жалобу, ты хочешь, чтобы что-то изменили, чтобы что-то исправили. Когда ты критикуешь, ты тоже предлагаешь какие-то варианты, если это здоровая критика. А когда ты пишешь донос, ты хочешь, чтобы кого-то наказали. И зачастую тот, кого ты хочешь наказали, это твой личный либо враг, либо человек, которому ты завидовал. Ну или ничего личного. Просто бизнес. Например, да, например, на самом деле. Либо же часть доносчиков на самом деле делают карьеру таким образом. Всем известны случаи. Ну, вообще историю мы начинаем забывать, и как раз нынешние события позволяют все это теперь в памяти восстанавливать. Когда занимали места тех, на кого доносили в советское время, именно вот эти люди. И, соответственно, у нас формировался руководящий состав, да, там и в городах, в партии, из тех, кто не занял эти места, потому что он очень талантливый, очень умный, потому что он прогрессивный. Ну, в общем, человек вот просто вот, суперкачеств. А просто потому, что он может на кого-то донести. Понимаете? И все проблемы были с этим связаны. И так потихоньку всех талантливых, порядочных, умных выдавили вот эти доносчики. Это беда, это такая трагедия, потому что эту страну, в принципе, прям на много-много-много лет, если не десятилетия назад отбрасывает. И я надеюсь, что этого не произойдет, и что будут относиться к доносам соответствующим образом. Я надеюсь, что будет, может быть, какая-то даже разъяснительная кампания со стороны государства, что вот, граждане, давайте не будем все-таки превращаться. Пора это прекращать. Да, давайте прекратим искать, в общем, тех, кто враги, да, давайте прекратим делить всех на предателей, и на наших, и не наших, и так далее. Если люди во власти понимают, что это важно, я думаю, что они в ближайшее время это сделают. Вот еще три заметных события на этой неделе, которые явно были бы более заметными в доспецоперационное время. Это побег процесса освобождения, побег из-под надзора Марии Алехиной, участницы Pussy Riot, причем вот мы, учитывая то, что мы про него знаем, что был этот разрезан браслет, было переодевание и пересечение границы. Как это вообще стало возможным без участия кого-то со стороны тех же самых надзорных органов? Да, во-первых, мы должны понимать, что Марию Алехину ни в чем тяжком не обвиняли изначально. Угу. И эта бедная, несчастная девушка, мы постоянно ее находили в спецприемнике, мне кажется, она просто даже устала уже, бесконечно получала эти 10, 20, 30 суток. И у меня такое ощущение, что просто власти уже не знали, что делать. И как только намечалось какое-то событие, какая-то дата, они лишний раз, чтобы не подвергать опасности, чтобы она не вышла с каким-нибудь плакатом или что-то не устроила, они предпочитали ее закрывать. И они выдумывали вот все, что только можно. Мне кажется, ее Инстаграм, ее Фейсбук, все ее социальные сети, все изучали такое количество раз, что там находили уже какую-то крамолу в том, чем невозможно было найти. Ну, и тем не менее, была понятна позиция власти, да, по отношению к этой девушке. И когда ее заменили на реальный срок, он небольшой, 3 недели колонии, чтобы вы понимали,
Это ей в СИЗО нужно было просидеть там, чуть больше 10 дней, на самом деле. То есть ее бы сейчас поместили в СИЗО и отпустили тут же. Но тем самым ей дали понять, что вот смотри, колония в следующий раз может быть еще больше. И никто не гарантирует, что не возникнет некое новое уголовное дело. И каким оно будет, опять же, никто не знает. Мне кажется, это был знак для Марии. Ее подтолкнули к тому, чтобы она уехала. И, на мой взгляд, ей создали такой коридор. Потому что на любом этапе можно было бы Марию, конечно же, задержать. Мы знаем, как это делается. И в этом нет ничего сложного. То есть ей дали уйти. Ей не помогли, но и не мешали. Ей не мешали уйти. Ей создали такой свободный коридор, я бы сказала. Ну, разрезать браслет, как я говорила, ничего не стоит. Тем более, что это же, он состоит, по сути, из резины. Да? Если не поврежден сам механизм, он же как часы такой, то все, браслет сигнализирует, что все в порядке, человек находится в квартире. Вот, все ясно. Но там другая история ведь была. Ведь, по сути, ее должны были арестовать в зале суда. А на суд она не явилась. Она предупредила, что не явится. Да, она предупредила, что не явится. И судья не знал, что сделать. У него даже в результативной части не было того, что надо арестовать в зале суда, потому что арестовывать некому. А уже потом в мотивационной части решения у него это появилось. Но там, в общем, такая коллизия и абсурд, и все вместе. Но в любом случае, Машу никто особенно не искал. И я думаю, Россия она не сможет искать. Вернуться. Она легко сможет вернуться. И более того, за этот побег ей ничего практически не будет. Она не сбежала... Она нарушила правила домашнего ареста, получается. А это административка, да? Это административка. Если бы она сбежала из СИЗО, вот ее поместили в женский изолятор, и она там устроила побег, или из автозака выпрыгнула, когда ее везли в изолятор, либо же там, не знаю, перелезла через колючую проволоку, ну и так далее, подкоп сделала, это было бы уголовное преступление. Она могла получить там 3 года, может быть, даже больше. А это же административка, потому что был домашний арест, она просто нарушила его условия. Просто нарушила. Ну, причем ничего такого серьезного не сделала, она даже не слишком сильно повредила механизм, этот браслет. Она повредила только ремешок этого браслета. Поэтому штраф ей дадут за порчу имущества. Ну и за само административное нарушение, скорее всего, тоже штраф, либо там несколько суток. Ну, второе заметное событие, да, освобождение. Освобождение экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Тоже такое внезапное по УДО. И, конечно же, сейчас разные версии, почему это могло произойти. И сигнал для бизнеса о том, что нет. Вот смотрите, никаких репрессий, наоборот. Мы, в общем, способны гуманным поступкам. И, с другой стороны, высказывается даже версия о том, что стране нужны такие экономисты профессиональные. И якобы Улюкаев, возможно, рассматривается как человек, который может дать показания против кого-то, в том числе против Чубайса. С чем вы связываете его вот это освобождение? Я думаю, на самом деле все очень банально. Подошел срок УДО. А оснований не отпускать его не было. И хотя потом разные телеграм-каналы, которые принадлежат известно кому, стали писать, что он какой-то супернарушитель, что вот вообще он там... Наоборот, он там он просветительскую конечно, деятельность вел. Конечно, он вел просветительскую деятельность. Про него бывший начальник, бывший директор ФСИН говорил про то, что это один из лучших заключенных всей страны. Он был библиотекарем и вел занятия по экономике. По экономике. Он развивал вообще вот всю тему экономическую, учил людей грамотности правовой, юридической, учил их как бюджет формировать, учил их, куда нужно пойти устроиться потом на работу, когда они освободятся. И все это он делал, будучи необязанным, потому что он пенсионер. Пенсионеров не могут заставить работать. То есть он все это как бы сверх того, что государство на него наложило. При этом у него полностью погашен ущерб, при этом он действительно больной человек, у него целый букет заболеваний, и первое время он находился даже в медчасти при колонии, его не могли в обычный отряд вывести, потому что вот совсем он был плох. То есть все подошло к тому, что вот просто по закону вы должны выпустить. Если бы вы не выпустили, я думаю, что это решение оспорили бы его адвокаты, они у него очень профессиональные, и это было бы явно. То есть в данном случае было бы показательно, что его за что-то продолжают прессовать. Вот получил он наказание, оно истекло по закону, у него есть УДО, право на УДО, его должны отпустить, но его не выпускают. Соответственно, прессуют. Кто прессует? Тут началось бы разбирательство по поводу того, какие силы заинтересованы в том, чтобы его наказать как можно вот, как быть серьезнее, да, и это бы вызвало, я думаю, у кого-то из руководства вопросы. Сразу скажу, что за Улюкаева боролись разные, так сказать,
элиты. Силы. Да. И одни очень не хотели, чтобы ему было хорошо в колонии. Вторые хотели, наоборот, и говорили, пусть все будет по закону, пусть он нормально отбывает наказание, как обычный осужденный. Не нужно ему создавать никаких ни препятствий, но и ни особых условий. А поэтому там была целая история с тем, как за ним наблюдали. И могу сказать, что у него все было вот ровно так, как у обычного осужденного. При этом он сам себя проявил вот как порядочный человек. То есть он не вписывался ни в какие конфликты, с одной стороны. А с другой стороны, он не велся на провокации, которые, тем не менее, там были. С третьей стороны, он вот что мог делать хорошего, то и делал. Ну вот, на мой взгляд, все было совершенно вот по закону это произошло. И никаких там подпольных там конспиративных версий вряд ли. Ну, еще одно заметное событие, это, конечно же, начало процесса, открытого процесса, как было заявлено над бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Его обвиняют в заказных убийствах. Ну и вот опять же, уже после первого же заседания, да, жалуются, что не было обещанной трансляции и не пустили слушателей в зал. Как вы вообще оцениваете начало этого процесса? Ну, могу сказать, что начало, оно с чего? Стартовало. Стартовало с выбора присяжных. Всегда это происходит... Они почему долго не могли выбрать? Они даже на открытом режиме. На самом деле, не все являлись. Потом, в конечном итоге, явилось 48 человек. Из 48 выбрали 6 присяжных, еще 8 запасных. Могу сказать, что это прям такая разношерстная публика. Я не была прям во время отбора, меня бы туда не пустили, но адвокат рассказывает, что там есть все. И женщины, и мужчины, и старики, и молодые. И не все недовольны. Там есть какие-то профессиональные, условно, там из администрации люди? Вот сложно понять, потому что у них же есть одна биография, да, которая озвучивается, а мы не знаем, какая у них скрытая биография. С присяжными ведь тоже целая история. Но у адвокатов, по крайней мере, есть разные мнения по этому поводу. Они считают, что, в принципе, такая выборка настоящая, что срез жителей Московской области, напомню, что считается, что это в Московской области проходит суд, и они, конечно, очень рассчитывают на то, что люди услышат, что они разберутся, они поймут. Вообще эта история, конечно, с судами присяжных, она очень важна для России. Недавно ко мне обратилась моя знакомая, которая суперпрофессиональный врач, она получила повестку прийти в присяжные, она так переживала, она очень справедливый человек, она говорила, вот сейчас, в это время, я точно знаю, что вот мое бы мнение, я бы добилась, чтобы человека осудили вот прям вот по закону. Но она говорит, у меня возможности нет в течение полугода практически каждый день являться на заседание. Там это, 3 раза в неделю, это, конечно. Ну тяжело. Да, ну практически там каждый день. То есть это нужно как-то договариваться с работой. Скорее всего, нужно вообще просто брать такой, он, правда, оплачиваемый, но очень длительный отпуск. То есть не каждый может себе позволить. Соответственно, у нас возникает вопрос, а кто те люди, у которых так много времени, которые могут в течение полугода или даже года могут заседать? В некоторых случаях, а это даже выездные заседания, я помню, когда судили Барсукова Кумарина, ночного губернатора Петербурга, как его называли, а так вот присяжных из Питера возили в Москву. Вот кто те люди, которые готовы были уехать, бросить свои семьи, жить здесь, в московских гостиницах, и вот судить, рассматривать. Ну, в общем, у меня много вопросов к тем, кто все-таки на это решился. Но хочется верить, что все равно, что это совершенно независимые, но вот действительно с переизбытком свободного времени люди. Я читала в вашей книге, что Сергей Фургал стал абсолютным чемпионом по количеству обращений в СПЧ в связи с условиями его содержания от неравнодушных людей. Да, это был какой-то феномен, потому что и звонков, и писем, и вообще чего только не было, это были десятки тысяч. На самом деле досталось из СИЗО Лефортово, в который в первые дни звонили вот в их дежурную часть, спрашивали, как Фургал, как он себя чувствует, и кучу вопросов всяких задавали. А вокруг СИЗО делали такие крестные ходы, как это не смешно звучит. Настоящие крестные ходы. Ну, это я условно называю, да. Вокруг ходили люди, которые там выкрикивали с плакатами, на которых изображен Фургал, или которые ставили музыку, специально написанную для него, со стихами. Да, там же целый альбом. Куча всего было. И все это вот происходило. То есть СИЗО стало скоплением каких-то вот этих всех событий. Оно притягивало. Они переживали, не так даже говорили сотрудники, что вот, ну когда же это все кончится. Вот, а люди все шли к воротам. А вот сейчас кончилось это? Это закончилось. Причем закончилось, наверное, еще в прошлом году. Конечно, любая народная любовь, она не то чтобы иссякает, но люди устают придумывать перформансы, устают и в том числе наблюдать за каким-то процессом, если это очень длительно во времени. К сожалению, самая большая трагедия – заключенных забывают. Даже если они много сделали и для города, и для страны, и там, для науки, и для кого бы то ни было.
время убивает вот эту самую народную память. Это, к сожалению, к великому, поэтому вот таких обращений уже вот массовых не было. По поводу других губернаторов, я так понимаю, подобного не было? Подобного вообще в принципе не было. То есть все равно он рекордсмен был и останется. Повторюсь, это десятки тысяч обращений. Это десятки тысяч было писем ему адресованных, посылок. Его завалили всем этим. Ему там могли в один день прислать столько, что это можно было накормить несколько СИЗО. Вот представьте, у нас в Москве 10 тысяч заключенных примерно. Вот можно было каждому посылки эти раздать. То есть, представьте, это феноменально. Это феномен, я пыталась его разобрать, почему люди совершенно простые. И все разговоры про то, что это было кем-то срежиссировано, что это, не знаю, там, Госдеп или какой-то, не знаю, тайный заговор, не знаю, чего-то еще, сатанистов или кого-то еще. Нет, это неправда. Люди действительно самые простые. Они просто его полюбили. Ну, это губернатор, которого они выбрали сами, кто бы что ни говорил, и они, собственно, за свой выбор и боролись. Боролись. Вот среди сторонников Фургала есть опасения о том, что как раз вот в связи с этой спецоперацией в Украине, в связи с боевыми действиями, внимание отвлечено. И Фургала быстро и тихо вот в этом либерецком суде осудят, как нужно, и никто за него не вступится. Как вот действительно то, что происходит сейчас в Украине, отражается на вот этой части российской действительности, на тюрьмах, на судах? Я думаю, честно говоря, что не отражается. Возможно, я ошибаюсь, но я, по крайней мере, не считаю, что люди меньше интересуются теми, кто за решеткой, если это близкие. Что бы ни происходило в мире, хоть ядерная война, ты всегда будешь тревожиться за человека, который сидит за решеткой, потому что это твой сын. Твой. А если вот резонансные дела, они, конечно же, становятся резонансными, они уходят. Здесь очень много зависит, конечно, от того, как защита выстраивает всю свою концепцию и от самих заключенных. Фургал очень хочет, чтобы за процессом наблюдала вся страна или, по крайней мере, жители Хабаровского края. Он настаивал на то, чтобы вот была трансляция, и главное, что судья согласился. Но трансляции не было. Это, возможно, просто один из этапов, потому что мы очень надеемся, что на следующей неделе будут налажены все эти трансляции, и что люди смогут, вот просто зайдя на сайт суда, наблюдать за тем, как происходит все. Это не просто возможно, на мой взгляд, это необходимо. И это, кстати, во многом, может быть, даже отвлекло бы людей от каких-то тягостных мыслей о том, что вот сейчас ядерная война, и мы все умрем. Им могло бы быть интересно, как вообще все организовано, как происходят допросы свидетелей, кто эти свидетели, как зачитываются показания. И это на самом деле интересно. И мне очень жаль, что наши люди редко ходят в суды, только, правда, если вот кого-то из их близких не касается. И вот это вот не любовь, не внимание какое-то к тому, чтобы к судебным процессам и к тому, чтобы принять в них участие, это, мне кажется, во многом провоцирует как раз незаконные в итоге судебные решения. Если судья знает, что зал будет полным, если судья в курсе, что смотреть будет онлайн миллионы человек, поверьте, он не позволит себе сказать лишним, он не позволит себе оскорбить, он не позволит надавить на присяжных что-то вот в их сторону. То есть все прозрачно. И чем прозрачнее, тем честнее и справедливее это. Поэтому мы надеемся по-прежнему, пока вот у нас, по большому счету, нет оснований думать, что так не будет. Защитники Фургала считают, что судья адекватный, разумный, ведет он себя порядочно. Хотя это не означает абсолютно, что потом решение будет не тем, с которым они согласятся. Но в любом случае здесь много будет определено именно решением присяжных. Ведь целая есть процедура, сначала вердикт вносят они, а потом уже судья определяет меру наказания. Есть еще прокуратура, которая может не согласиться с вердиктом присяжных и так далее. Есть там разные инстанции, апелляция, кассация, Верховный суд. То есть этот процесс не быстрый. Я думаю, что он в этом году не закончится. Даже если его осудят по тем преступлениям, в которых он обвиняется, вот там до конца года, например, там, как планировали в ноябре-декабре, то если не согласится защита, она не согласится никогда, если это не будет только оправдание. Будет ли оправдание или нет, мы сейчас только можем с вами гадать. Так вот, если не согласится, то это перенесется на следующий год и еще затянется, может быть, даже не на один год. А вы мониторите ситуацию в тюрьмах, которые фигурировали в пыточном архиве Владимира Осечкина и Сергея Савельева? Потому что это тоже тема ушла из информационного пространства в феврале. Я постоянно слежу за этим. И вот сегодня, например, я узнала, что начальника пыточного СИЗО в Иркутске, СИЗО номер 6, его арестовали. Но там по другому обвинению. Да, к сожалению, по коррупционному обвинению. Но я думаю, что это будет как раз повод, чтобы правозащитники сейчас все-таки активно доказывали свою позицию, что он не мог не знать.
в период, когда были пытки в этом СИЗО, он был не начальником, а заместителем начальника. А он, там, может сказать, что вот там, ему не подчинялись напрямую те сотрудники, которые точно уже признаны, что они пытатели, и они уже в СИЗО, они были арестованы весной этого года. Это два сотрудника. Он может сказать, что вот... Он там был не в курсе. Но вот эти его показания будут входить в конфронтацию с тем, что рассказывают сейчас заключенные. По их словам, он просто не мог этого не знать. Вот даже в сферу каких-то своих вот передвижений, да, по изолятору. Он там не мог не слышать, что кого-то бьют. Он не мог даже по тем жалобам, которые поступали от правозащитников, не знать, что вот в период, когда, опять же, он был заместителем начальника, что кого-то насиловали. А самое-то интересно, что, как нам заявляют адвокаты, когда уже дело по массовым изнасилованиям было возбуждено, да, и когда появились потерпевшие, это порядка 30 человек на сегодняшний день, пытались адвокаты пройти к этим потерпевшим, потому что некоторые до сих пор там. И они утверждают, что, будучи уже начальником СИЗО, он чинил препятствия для этого. То есть он не способствовал расследованию пыток. Какой у него был интерес? Почему ему было важно, чтобы вот адвокаты не встречались с этими потерпевшими? Да? Ну и так далее, и так далее. А по словам адвокатов, в период его начальства разработчики, те самые главные насильники, которых обвиняют, они спокойно передвигались по территории. Те, кого осечки называют капот, да? Да, разработчики. Они передвигались спокойно по СИЗО, и один из адвокатов даже увидел такого разработчика в следственном кабинете, куда она пришла для того, чтобы переговорить с жертвой сексуального насилия вот этого разработчика. Как он оказался? То есть что это было? Это был показательный такой случай, что вот смотрите, я, вот вы там разговариваете сейчас, вы формулируете свою позицию для суда, что как вы будете доказывать, что вот этот человек его насиловал, а этот человек вот свободно ходит по СИЗО сейчас. Ну, то есть масса вопросов. Я надеюсь, что сейчас, когда его арестовали, смогут уже пробиться как раз и адвокаты, ну и мы со своей стороны, как правозащитники, будем настаивать на том, чтобы рассмотрели его причастность как раз к пыткам. По крайней мере, халатность тут можно вменить или злоупотребление полномочиями. Вот в этом смысле у меня, например, есть сомнение, что происходящее в Украине никак не влияет на систему. Мне кажется, сейчас такой повод появился, да, как-то это все свести на нет, вот все эти расследования потихонечку. Вот, например, да, что касается закона об ужесточении наказания за пытки. В первом чтении он был рассмотрен 16 февраля, да. И после этого ничего не происходило. И вряд ли в весеннюю сессию успеют что-то с ним сделать. Ну, наверное, не до этого. Да? Ну, они вот сейчас быстрее принимают другие законы. Ну, вот расследования по некоторым значимым историям, которые для нас вот, были важны, оно продолжается. В первую очередь, это, конечно, Иркутск и Саратов, два региона. По-прежнему ничего не происходит с Кировской областью, хотя мы настаиваем, что там есть основания думать, что были массовые пытки. Отказ от Следственного комитета местного мы получили на возбуждение уголовного дела по тем фактам, которые нам сообщили осужденные, когда мы приезжали в колонию. Мы считаем его пыточным, это черный дятел. Осужденные, которые нам рассказывали про все те ужасы, которые с ними происходили. А сейчас в итоге осужденными что? Вот, в итоге сейчас все эти люди, они являются подозреваемыми уже по статье клевета. То есть считается, что они оболгали сотрудников. Я читала постановление, которое вынесло следователь местного следственного комитета, женщина, об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пыток, да, и одновременно она вынесла постановление о возбуждении уголовного дела против человека, который про это рассказал. И это, вот, на мой взгляд, это просто шедевр. Это невозможно понять разумному человеку, потому что суть его сводится к тому, она опросила его, да, и вот он рассказал, что его пытали, мы сбивали, насиловали, такие-то, такие-то люди, участвовали в этом такие-то, такие-то сотрудники. Она пишет, опросив именно этих людей и этих сотрудников, пришла к выводу, то есть опрошенные вот эти сотрудники сказали, что ничего подобного не было, они хорошо относились к этому заключенному, и этого достаточно. Поводов сомневаться в том, что они говорят неправду, нет, и все. То есть никаких других следственных действий не было. Другие осужденные, которые могли быть свидетелями, не опрошены, не востребованы записи видеорегистраторов, видеокамер и так далее, ничего. То есть просто он сказал, меня пытали люди. Она пришла к нему и сказала, вы пытали, они сказали нет. Все. Ну вот это же вот, как это, что с этим делать, я не знаю. Но я думаю, что просто есть какие-то сильные покровители у начальника этой колонии.
Мы знаем истории, когда рано или поздно все это сводилось на нет, и, возможно, потом все-таки понесет самое суровое наказание и начальник, и все те, кто участвовали в этих пытках. Вот до сих пор не опубликован же полностью весь этот пыточный архив, да, который вывезли Осечкин, да, вернее, Савельев вывез, да, и Осечкин помогает его распространять. И как раз Владимир Осечкин говорит, что сейчас вообще всем стало не до этого. То есть все заняты тем, что происходит в Украине. Вы продолжаете как-то контактировать вот с ГУЛАГу «Нет»? По этой линии? Как таковых контактов нет, но мы смотрим все то, что они публикуют, да, и, конечно, в большей степени надежда на региональных правозащитников, потому что у них есть доступ в эти СИЗО, в эти колонии, чтобы проверять информацию. Институт УНК работает. Ну, насколько хорошо, тут вопрос спорный. На мой взгляд, нам не хватает настоящих правозащитников. Это, конечно, большая проблема. Но, тем не менее, вот на уровне регионов есть еще уполномоченный по правам человека в субъекте, который может выехать, который может разобраться. Есть прокуратура. Вот как бы это все можно еще мониторить? Те истории, которые были знаковые, повторюсь, это Иркутск, это Саратов, они сейчас все равно на слуху, и мы следим. Я вот сегодня как раз только общалась с адвокатом того парня, который считает, что нужно наказать еще начальника СИЗО 6 Иванова, которого только что арестовали, за то, что он бездействовал, когда заключенных насиловали. Это были самые страшные, жуткие изнасилования, поверьте. Но, то есть, все как-то движется, как-то идет. А другое дело, что мы не понимаем, что это же были прошлые истории, да, а вот что в моменте происходит. Надо, конечно, особенно тщательно за этим следить, потому что на фоне того, что все отвлечены, следствие может, скажем так, проявлять какие-то, в общем, делать то, что делать оно могло и раньше, но, может быть, не в таких масштабах, скажем так. Например, заказывать тем же тюремщикам, чтобы какого-то заключенного посадили в пресс-хату, чтобы с ним что-то произошло, и чтобы он в итоге дал хоть какие-то признательные показания в обмен на свое здоровье, на свою жизнь, на свою честь и так далее. Вот все это, я думаю, что сейчас надо особенно вот тщательно пресекать. И будут такие попытки, однозначно будут. Что вам известно об ИК-6 во Владимирской области, куда собираются, по всей видимости, перевести Алексея Навального, о чем он сообщает сам? Он тоже пишет, что это пыточная колония. К сожалению, ни разу не была ни в ИК-6, ни в той колонии, где он сейчас находится. Мы в последнее время писали запросы во ФСИН проверить учреждения, которые располагаются на территории Владимирской области, и каждый раз нам отказывали по разным причинам. Мне сложно что-то сказать. Единственный раз, когда я была в колонии Владимира, это было в бытность моей деятельности как журналиста. И тогда я прошлась по Владимирскому централу, и, разумеется, мне показали только то, что могли показать журналистам. И никаких сообщений о пытках, о применении недозволенных... Новая газета писала, по-моему, в 2018 году был. Да, но жалобы оттуда поступают регулярно. Люди рассказывают разное. И я помню, как-то встречалась с предпринимателем, который был в одной из колоний, я сейчас просто не скажу, как номер ее. Он рассказывал, какие там были условия, как они все камеры ловили крыс, проживавших прямо у них там, крысы выходили ночью через дырку, которая была в камере, и съедали все то, что там у них оставалось из провизии, и, в общем, норовили перекусить им вену на шее. Ну, в общем, там все закончилось хорошо, крыс они поймали, но эта история меня очень сильно изумила. Я надеюсь, что сейчас этого нет, что это все-таки какая-то частная такая... Частный случай, наверное, вот такого нашествия хищников. Но что касается всего остального, и ведь самое главное, люди зачастую не жалуются на то, что холодно, на то, что там насекомые или крысы, или на то, что там, не знаю, там, ну, какие-то плохие условия. Они жалуются на обращение. То есть для них хуже, если к ним относятся плохо сотрудники, если их прессуют постоянно, если их помещают в СИЗО, чем если бы там условия были плохие, да, но сотрудники относились нормально. Что может быть хуже этих страшных пыток, которые не все даже переживают? А вот это тюрьма в тюрьме, о которой, опять же, пишет Алексей Навальный, который специально оборудует в ИК, во всяком случае, если верить словам заключенных, с которыми он общался. Что это такое?
Вы понимаете, о чем идет речь? Ну вот смотрите, на территории колонии есть несколько участков, да, вот так называемая тюрьма в тюрьме. Зачастую ей начинают считать участок для тех, кто совершил нарушение режима. Есть участки СУС, строгие условия содержания, и там действительно все гораздо жестче, чем просто в обычном отряде. Есть участки, где вот люди находятся, которые прям четко штрафники, да, и они там находятся вообще фактически всегда в камерах, из которых не выходят, и там масса-масса всяких ограничений. Это вот про это. И я думаю, что, скорее всего, если он сейчас считается злостным нарушителем, его поместят в СУС. Это отряд строгих условий содержания. Там, как я уже говорила, нет возможности свободного перемещения по территории колонии, потому что все время запирается именно этот участок. И ты не можешь уже пройти в библиотеку, ты не можешь пройти в спортзал, в клуб. Ну, ты не можешь вообще пользоваться всем тем, чем пользуются осужденные, которые находятся в обычных отрядах. Там целая история даже с выводом на свидание, да, на все остальное. Ну, то есть ты все время в еще такой во внутренней изоляции. Он может оказаться в изоляции на неопределенный срок. Он может на весь срок оказаться в этой изоляции. Но все зависит от того, есть ли повод вменить ему вот этот статус злостного нарушителя. Найти. Ну, если захотят, найдут. Известно ли вам что-то о судьбе Заремы Мусаевой, жене бывшего федерального судьи, да, которую из Нижнего Новгорода перевезли с многочисленными нарушениями в Чечню, и СПЧ пытался этим заниматься, чем все и закончилось? Да, у нас в СПЧ есть Игорь Каляпин, который создал комитет против пыток, не помню, признан сейчас иностранным агентом, все так быстро происходит. Тем не менее, именно Игорь Каляпин эту историю придал огласке, он до сих пор следит за ней, следит вот насколько это просто возможно. Адвокаты от комитета всегда ездят туда, они общаются с ней. Я не знаю, как может сложиться дальнейшая судьба, но в любом случае мы должны об этом говорить. Но она по-прежнему находится в изоляторе в Чечне? Насколько я знаю, да, но все могло измениться буквально за последнее время. Я думаю, что ситуация ее без общественного вмешательства, она будет печальной. Ситуация. Еще один вопрос про Международный общественный трибунал по Украине, который был создан в марте, и для которого, как сообщает член СПЧ Александр Брод, международная группа правозащитников собирает факты проявления расизма и нацизма. Что вам об этом известно? Как это вообще технически может происходить? И какое участие в этом принимает СПЧ? Ну, я не знаю, про что в данном случае речь идет. Возможно, это как раз про ту историю, что прессингу теперь подвергаются русские на территории России. Ну, там в том числе речь о русофобии. Там, да, русофобии. Да, давайте вот это stop Russian culture, давайте отменим русскую культуру. Это звучит, на самом деле, из многих мест. И я знаю там несколько историй, когда русских педагогов, русских музыкантов не допускали на какие-то мероприятия и даже не пускали их на такие международные совещания по Zoom. То есть, когда смотрели, отключали их, чтобы выяснялось, что вот хочет русский участник, да, поприсутствовать онлайн, разумеется, его отключали. Это происходило по просьбе всех остальных. Но я знаю другие позитивные истории, когда противились этому, и в том числе наши зарубежные коллеги, которые говорили, что ни в коей мере не нужно всю нацию подвергать вот такому прессингу, и вообще это все не приведет ни к чему хорошему. Это очень хорошо и здорово, и я даже знаю истории, когда они вступались за тех русских, которых пытались вывести из участия в разных международных организациях, и в итоге их оставляли, этих русских. Ну, то есть это такая история про то, что мы, наверное, уже столкнулись, и еще будем сталкиваться в ближайшее время, как раз с проявлением ненависти именно к русским. Я так полагаю, что вот мои коллеги собирают эти факты и хотят их предъявить. Не знаю, чем это может закончиться. На самом деле, плохо себе представляю работу этого трибунала. Это какой-то альтернативный трибунал. Не могу сказать вам, потому что фантазировать тоже по этому поводу сложно. Вот. Но вот как раз про то, что хотят как-то донести до международной общественности, что есть такие факты, и что хотелось бы, чтобы высказались международные организации по этому поводу, это да. Я думаю, что они выскажутся. Я думаю, ответ их будет совершенно очевиден, что это недопустимо. Недопустимо не по отношению ни к какой любой нации. Занимается ли Совет по правам человека расследованием, ну, может быть, в каком-то виде, вероятными нарушениями, военными преступлениями в Украине?
Я знаю, что есть как минимум два члена СПЧ, которые занимаются расследованием преступлений на территории ДНР и ЛНР. Вот, это то, что я знаю. Возможно, есть и те, кто еще собирает информацию уже там на территории Украины, что происходит. Но вот поскольку, вот повторюсь, у каждого своя война, у меня война за права человека на территории нашей страны. Я вообще считаю, что наш совет создан в первую очередь для этого, в первую очередь. И нам работы, вот поверьте, просто непахотное поле. И речь не только о заключенных. Сейчас вот работа с беженцами, она грандиозная, потому что это трагедия. И люди, которые к нам приезжают, и которым нужно помогать, нужно вырабатывать методики и схемы вообще того, как должна реагировать власть на все их просьбы. Там, там много-много всего. Историй этих полно, и я очень рада, что наши коллеги этим занимаются. Я вот только вот с вами, когда перед встречей с вами общалась с членом СПЧ Натальей Евдокимовой, которая в Питере занимается беженцами, и в том числе такими историями, которые очень вроде бы частные, но, тем не менее, без индивидуального такого вмешательства их вообще не решить. Ну, например, история с ребенком, который родился под Мариуполем как раз в день начала всех этих военных действий, 24 февраля. Разумеется, никаких документов родители не смогли получить, они каким-то образом оказались сейчас в Питере. Ребенку 3 месяца, то есть вот ребенок, да, как символ, да, всего того, что началось. Наши органы не хотят никаких документов и бумажек ему выдавать, они говорят, мы вообще не знаем, что это за ребенок. Может, вы его там по дороге бежали, похитили. Но это вот, это на самом деле действительно такая позиция, когда ты не знаешь четко, кто этот ребенок. Но ведь, а как они докажут? Ну, эти же беженцы, они же как-то въехали в Россию. Ну, вот каким-то образом эти люди оказались, причем многие даже не знают, как. Ну, предлагали сделать ДНК-экспертизу, чтобы родители сдали тесты и так далее. То есть сейчас разбираются с этим ребенком. У меня сейчас будет на связи его мама, я тоже поговорю и попробую как-то им помочь. Была история с дедушкой, которому 90 лет, он сам выбрался из Мариуполя, сам добрался. Он не пользовался какими-то коридорами, да, он просто вот взял, поехал в какой-то момент и смог. И вот он сейчас оказался под Питером, ехал он целенаправленно, потому что у него здесь сын живет. Но когда он приехал, выяснилось, что сын не ожидал увидеть отца, и невестка не приняла его, жилья у них собственного нет. И вот этот дедушка 90-летний, который оказался никому не нужен. Вот им там занимаются в частном порядке. Есть огромное количество людей, которые не могут определиться, что им дальше делать. Остаться здесь или ехать за границу дальше. И на самом деле вот те, кто считают, что насильно удерживают, да, насильно заставляют людей получать гражданство российское, прописываться, ошибаются. По крайней мере, вот в тех местах, откуда я получаю информацию, этого нет. Наоборот, проще нашим пограничным службам, миграционным и всем остальным человека отправить, дать справку. Вот сейчас они выработали такую методологию, они дают справку, в которой подтверждают, что вот он гражданин, вот он оказался таким образом на территории России, и с этой справкой он может пересекать границу и въезжать в Евросоюз. Эта справка стала рабочей. Возникла следующая проблема. По этой справке отказывались выдавать, продавать билеты РЖД там, и нашей авиакомпании. Но вроде сейчас договорились. То есть, если беженец оказался в России, ему сложно попасть в Европу, сложнее, чем например, если у него нет каких-то документов. Ведь история разная. Вот она, например, пенсионерка приехала, у нее только пенсионный документ, но не было паспорта. Вот благодаря этой справке, да, она как бы может въехать теперь в Евросоюз, она собирается выехать, и там получить уже все необходимые документы. Есть люди, которые надеются, что они вернутся обратно. Есть те, вот это, наверное, самая большая трагедия, которых вся эта история внутри, да, очень сильно разлучила. Например, муж считает, что нужно оставаться в России, а жена считает, что нужно ехать куда-то в Европу. При этом ребенок у них, который взрослый, он вообще говорит, что я вернусь туда, и наша квартира еще цела. Туда, в Украину. Да, да. И я считаю, что это моя недвижимость, вот, которая мне будет по наследству передана. Я хочу обратно. То есть, вот представьте, вот семья. Три человека в этой семье, три дееспособных, взрослых человека. И каждый выбирает свой путь. А как это реализовывать, непонятно. Они между собой договориться не могут. И вот сейчас все это большая человеческая трагедия. И, конечно, работа с беженцами, наверное, это самое главное, что будет происходить в ближайшее время. Ева, сегодня пятница, и, вероятнее всего, мы увидим пополнение списка иноагентов. СПЧ сформулировал свою официальную позицию по предлагаемым обновлениям этого закона в сторону ужесточения. На ваш взгляд, почему
законодатели пошли по пути ужесточения, в то время как весь год просили, наоборот, этот закон, если не отменить, то уж хотя бы сделать более адекватным. Это какая-то такая демонстрация своей силы, такая. Того, что мы можем делать, что хотим. Почему нет такого рвения, например, по закону о домашнем насилии? Которые просто годами уже не могут принять. Слушайте, это, знаете, даже такая, мне кажется, еще издевка была, потому что мы просили, чтобы иноагенты не должны были маркировать свои сообщения в соцсетях. Вот фотографии детей, например, там фотографии, не знаю, с отдыха и так далее, и так далее. И они это включили, и они сказали, вот, смотрите, мы пошли вам на уступки, вот как здорово. Но все остальное, все, что там есть, это просто, вот, на мой взгляд, выходит за рамки разумного. Ну, начнем по порядку. Во-первых, предлагается даже не говорить, что это лицо, выполняющее функции иноагента, напрямую называть иноагент. Предлагается коммерческие фирмы сделать иноагентами. То есть, представьте, вот мы, у вас есть фирма, у меня есть фирма, мы конкуренты. И как конкурент уберет другого? Вот, пожалуйста, напишет донос и скажет, что вот этот человек, да он, скорее всего, иноагент. Он каким-то образом получает деньги за рубежа. Наверняка он может быть, закупает оборудование. Но да, важнее и, закон и не продает. Нашлось. А что с законом о домашнем насилии? Тоже он на паузе и непонятно, когда к нему вернуться? Непонятно, когда к нему вернуться. Это вообще борьба, да, тех людей, которые за традиционные ценности, которые почему-то считают, что этот законопроект является вот как раз противником сохранения этих традиционных ценностей. Это совершенно не так, это ошибка. Это какое-то такое ложное представление, которое попало в умы, в головы нашим депутатам, нашим сенаторам. Это не так. Закон о домашнем насилии, он просто защищает женщин, стариков, детей, да, которые оказались в тяжелой ситуации, потому что их близкий человек оказался тираном и насильником. И все. Понимаете, это закон про то, как выжить. В перспективе этого года он может быть как-то рассмотрен? Мы очень на это надеемся. И мне казалось, что в последнее время мы слышали позитив со стороны чиновников высокопоставленных. Уже не было такого, вот, давайте не будем про этот закон. Наоборот, говорили, да, надо подумать, как его сейчас немножечко подправить и сделать вот совершенно таким вот адекватным, который бы устроил всех. И мы уже наблюдали вот за дискуссиями, которые вокруг закона о домашнем насилии велись. И мы очень надеялись. Поэтому я не теряю веры и думаю, что все-таки это произойдет. Дай бог в этом году, дай бог поскорее. Ева, вы у себя в Фейсбуке написали, что тюрьма является лицом государства и общества. Как выглядит это лицо сегодня? Знаете, такое неопределенное лицо, потому что пытаются на сегодняшний день многие наши тюрьмы использовать пандемию, про которую уже забыли везде. Все ограничения сняли и в городах, и в весях, и так далее. Но они пытаются по-прежнему ее использовать для того, чтобы не быть открытыми, для того, чтобы не пускать родственников на свидание, для того, чтобы отказать лишний раз адвокатам и правозащитникам. А вы будете удивлены, на сегодняшний день в Москве, где мы не носим маски, где в общем, все доступно, без QR-кодов, все, в общем, вот, пожалуйста. Нет никакой пандемии. Мы до сих пор не можем ходить по камерам в СИЗО. Нам запрещают этого делать. То есть мы приходим в СИЗО, и мы сидим в административном корпусе, куда выводят по отдельности заключенных в масках. И мы должны с соблюдением всех требований с ними общаться. Я думаю, что это сделано только с одной целью. Для того, чтобы мы не понимали реальную ситуацию. Ну, вот сколько к вам поступит жалоб там? Это все равно не так много. А когда вы идете по камерам и проходите сотни человек в течение дня, вы точно имеете полную картину и представление, кто эти люди. Мы могли понять национальность той преступности, да, могли понять, кто те последние задержанные и арестованные, что с ними происходило, били их или не били. Мы могли бы понять, какие камеры, какая переполненность. Только когда вот были небольшие окошечки, да, между всеми этими ограничениями, и нас пускали по камерам, мы увидели то, от чего нас стали волосы дыбом. Мы увидели опять, что люди спят на полу, что не хватает даже одеял. Мы увидели огромное количество больных с тяжелыми недугами, прям с тяжелыми. Это продолжается сейчас? Которых не лечат, да. Это вот мы недавно видели. И когда мы это все увидели, об этом стали говорить, кричать, они опять закрыли, опять сказали, опять у нас коронавирус. То есть не хотят, чтобы, наверное, на фоне вот всего того, что происходит, была какая-то негативная повестка о тюрьме.
Ну, может быть, это такой политический ход, что ли. Но это глупо, потому что все равно невозможно ничего скрыть. Мы живем в таком мире, да, в котором и технологии это позволяют сделать. И лучше, чтобы правозащитники и все остальные заходили, адвокаты, да, и родственники, общались и рассказывали о проблемах, чтобы проблемы тут же решались. Вот это выход. Проблему решил, все, этого нет. Мы увидели, сказали, что вот переполненность, сообщили, суды стали меньше арестовывать. Мы говорим, что вот, пожалуйста, не выводят заключенных лечиться с последней стадии рака. Их вывезли, их потом освободили по болезни. Все, мы проблему обозначили, тут же ее решили. Вот как должно все быть. А не так, чтобы давайте закроемся, давайте сделаем вид, что у нас ничего не происходит, что у нас все хорошо. Нет. Если мы увидели, что кого-то бьют, давайте экстренное совещание, поговорим с теми силовыми структурами, которые это себе позволяют. Это ведь все равно рано или поздно вылезет. Рано или поздно эти люди сообщат о том, что их избивали на судах или все-таки через адвокатов и так далее. Это нужно решать сразу. Но такое ощущение, что никто этого не видит. Это, знаете, как бы все, что происходит сейчас, это вот такие вредители какие-то внутренние, на мой взгляд, которые все хотят, давайте все закроем, сделаем вид, что у нас все прекрасно. А потом все скажут, что у нас было не прекрасно, и используют это в том числе в какой-то политической борьбе. Журналистка, правозащитница, член Совета по правам человека при президенте России, член ОНК Москвы Ева Меркачева была в программе «Что это было?». Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся.